Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время осуществляется более 150 совместных проектов по оценкам на общую сумму свыше 14 миллиардов долларов. Хорошая перспектива для дальнейшего углубления взаимодействия открыла бы более плотное подключение узбекистанских партнеров к работе Евразийского экономического союза. В конце прошлого года Узбекистан уже получил статус наблюдателя в нашем интеграционном объединении. И мы уверены, что это принесет реальную выгоду как узбекской стороне, так и всем другим государствам, членам Евразии. Тискор хабар расман. Россия очек осман шартномасдан чықты. Ассалам алейкум. Каналымызге хош келіпсіз. Бүгін дастурымызда. Россия бүгін 18 декабр күні очек осман шартномасдаги штырокын расман тоқтатты ва шу тарихы ушбу шартнома бойынша өз мачбуриятларыны бажарышны бекор қылды. Бұ қарар Россия ташқы іштар вазирлиги томонидан эълон қилинган. Bir necha oy oldin Rossiya shartnomada ishtirok etuvchi qolgan davlatlarni bu haqda ogohlantirgan edi. Ushbu qadam shartnoma asosida tuzilgan. Bizning mamlakatimiz va Belarusni o'z ichiga olgan va a'zo davlatlar guruhidan bir vaqtning o'zida chiqishni nazarda tutadi deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Vazirlikning ta'kidlashicha, Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlari, uning ittifoqchilari va mijozlari tomonidan ochiq osmon shartnomasi qoidalari ko'plab buzilishiga qaramay, kelishuvni saqlab qolish uchun hamma narsa qildi deyiladi xabarda.